Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Бегство в Египет. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.